Этот аутентичный рецепт супа с лапшой по-татарски мне достался от моей свекрови, так готовили суп-лапшу в ее семье. Прошло много лет, а я точно так же готовлю этот суп. Он очень простой, но вкусный. Суп готовится чрезвычайно просто, необходимо просто сварить бульон и приготовить лапшу. Конечно, лучше, если это будет желтенькая фермерская курочка, но даже из цыпленка, купленного в магазине, суп получается очень вкусным. Курица 700 грамм. Лук репчатый, 1 штука. Соль, по вкусу. Яйцо 1 штука. Мука, 110-120 грамм. Количество порций 4-5. Подготовьте ингредиенты. Положите в холодную воду курицу или ее часть, в зависимости от того, сколько бульона вам необходимо. Очистите лук и надрежьте его крест-накрест, после варки лук следует убрать. Варите бульон с приоткрытой крышкой, не забудьте вовремя удалить пенку, чтобы бульон получился прозрачным. Варите до готовности, посолите в конце варки. Пока варится курица, займитесь лапшой, возьмите одно яйцо, добавьте щепотку соли. Всыпьте муку и смешайте с яйцом, воду добавлять не надо. Хорошо, если это будет мука специально для приготовления макарон, но подойдет и обычная. Замесите крутое тесто, при необходимости добавьте муки. Раскатайте тесто в очень тонкий пласт. Нарежьте тесто на полоски, шириной примерно 3-4 см. Нарежьте полоски на лапшу, чем тоньше, тем лучше. Немного подсушите лапшу, 20-30 минут будет достаточно. Затем соберите ее на блюдо. Лапшу можно приготовить заранее, она хорошо хранится несколько дней, но для хранения она должна быть хорошо просушена. Извлеките из бульона полностью сварившуюся курицу. Удалите лук. При необходимости процедите бульон, посолите его. Разберите отварную курицу на волокна, а в готовый бульон всыпьте лапшу и доведите до кипения, но варить не надо, она уже полностью готова. Для подачи мелко порежьте зеленый лук и петрушку. Наливайте суп с лапшой, подавайте к нему мясо и зелень. Приятного аппетита!